Последнее приготовление перед открытием недели культуры и искусств в Сургуте. Гала-концерт в честь старта творческого марафона начнется через несколько минут. К слову, идея провести в нашем городе такой проект принадлежит губернатору Югры Наталье Комаровой. Воплотить ее в жизнь помогли в обществе «Сургутнефтегаз». Естественно, организационные и творческие, насколько могли, то помогли, вниклись. И действительно, это большой совместный проект. А то, что выбрана для основных мероприятий площадка «Дворец искусств «Нефтяник», мне кажется, это абсолютно логично, потому что беспрецедентная площадка по машинерии, по свету, по звуку. И, конечно, радует, что лучшие творческие силы округа первыми заходят на эту площадку. Тем временем в гримерке театра костюма из Ханты-Мансийска полный переполох. Кто-то доделывает прически, кто-то довершает образ аксессуарами. У девушек ответственная задача – продемонстрировать зрителям коллекцию «Сделано на родине». Она, к слову, стала победителем в конкурсе высокой моды этнического костюма «Этноэрата», который проходил в Москве, оставив позади сотни участников из России и ближнего зарубежья. Эта коллекция выполнена по мотивам русского народного костюма и костюма народов Ханты-Манси и создана на основе Павла Посадского платка. Мы платки закупаем, потом создаем узоры, определенным образом декорируем костюмы камнями Сваровски, бисером и так далее. Очень много ручной работы. И Павло Посадский платок присутствует в культуре многих народов, не только русской, но и в хантыйской культуре. Тем самым мы знакомим людей вот с нашими истоками, с нашей культурой. И вот такой долгожданный выход на сцену. Сургутские зрители увидели лучшие этнические костюмы России. Музыкальным сопровождением и, безусловно, неотъемлемой частью номера стало выступление этно-рок-певицы из Лентора Веры Кондратьевой. Этот вечер в буквальном смысле сделали порядка 400 лучших артистов Югры. Калейдоскоп красок, разнообразие жанров и невероятный энергетический посыл каждого номера заставляли все сильнее погружаться в то, что происходит на сцене. Так ярко и грандиозно неделя культуры и искусства в Сургуте открыта. Впереди целых 7 дней творческих вечеров, музыкальных программ и театральных постановок от лучших коллективов Югры. Светлана Стебенькова, Борис Шибалдов, Сургут Интерновости.